И в этот момент Эмили, и в этот он раздает нам эти гвоздички. Знаете, так приятно. А плакат рисовал, плакат рисовал. Сейчас же уж плакаты эти, плакаты. Нет, смешно как, уже, интернет все продает. Да, да. 3D тут уже какие-то краски. А он берет гуашь, Дарья, берет гуашь, 8 марта рисует восьмерку. Веревки распускающиеся. Помнишь, что ты человек среди себя и давай. Веревки распускающиеся, вот в школе висит 8 марта, плакат. Акварели рисовал. В каком году это было? Знаешь, такое ощущение, как будто, знаешь, все хотели все следы кузнечных. Да, это было каждый год. Ну, в 2002 году, когда, наверное, только не было. Там уже, да, там уже. В музее школы, мне кажется, надо что-то выделить. Надо выделить. Давайте замутим по поводу типа вот на юрий, давайте. Давай, свет с собой Можно, я все-таки хочу пойти типа на, ну, типа черчение, похожу, посмотрю, пойду, типа, поступать в художку.